Сейчас я тебе отдам деньги, можешь забрать мою машину, все, что ты хочешь. Я тебе сейчас деньги отдам. Вот они. Томми, что с тобой? Извини, что тут происходит? Терпеть не могу детей. Ты цел? Ты цел? Дракон? Дон, как хорошо, что ты прослушал свой автоответчик. Спасибо, что приехал. Боб, я сказал, звони, когда тебе что-то понадобится. Мы же в Голливуде, я не знал, что ты действительно имел в виду. У тебя классный парень, где ты его прятал? Я бы мог его использовать. Как это? В фильмах своих? Да. Здорово. Я представляю его. Он мой клиент. И мой племянник. Дон Уилсон. Дон Уилсон. Я знаю.